Добрий вечір, шановні друзі, дорогі друзі, шановне панство, дорогі прозрівші, здраві мужчини і жінки. Я спішу сообщити вам очередную новость по факту сьогоднішнього інцидента, казуса, так сказать, недоразуміння, которое произошло у меня сегодня в новой почте. Я пришел забирать свой заказ, который должен был получить свой заказ. То есть там медицинские препараты с Америки. Вот. И, естественно, мне говорят, оденьте маску, оденьте маску. Я говорю, зачем мне маска? Я здоровый, полноценный мужчина. Мне не нужна эта самая никакая маска. Мы вам без маски не дамо. На каком основании вы не дадите мне без маски? Скажите, есть какой-то закон, который мне может ограничить не получить мой законный товар, который уже уплачен? У нас есть распоряжение, внутреннее распоряжение компании. У нас приватная фирма, приватная организация, то-то-то. Я говорю, а у меня есть решение Конституционного суда по факту того, что никто не может, не имеет права ущемлять права гражданина Украины, если у нас нет надзвичайного стану або військового стану. Это зрозуміли? Он говорит, покажите мне это. Я говорю, у вас есть законное основание не давать мне мою посылку? Он говорит, да. Я говорю, чем? Внутрішнє розпорядження. Це наша приватна власність, то-то-то. Я говорю, а ваша приватна фірма знаходиться зараз тут, на території Китаю чи України, а? Він так очі опустив. Він каже, добре, дайте мені свій номер. Я говорю, ось штрих-код, бери те саме і робити сканери. Поэтому телефоном просканил, еще чекает именно там, когда взял с него вынес. То есть они боятся, что их снимают на видео, и, мол, их начальство, руководство накажет. Я предлагаю написать бумагу в новую почту, поставить их перед фактом о их беззаконии, которые держат в страхе своих сотрудников, и узнать, почему они так относятся к тем, кто пользуется их услугами. Неужели не хотят, чтобы здравый народ прекратил пользоваться данными услугами? Или чтобы мы подали в суд и выиграли моральный ущерб? Вот так вот действуйте смело, уверенно и даже не сомневайтесь в своей победе. У вас все получится.